Соратники Киртока наносят удар Кишиневу по самым уязвимым местам. Оккупируя земли и здания, больниц, детских садов и школ, они продолжают ослаблять город договорными тендерами и деньгами, выброшенными на ветер, пряча за спину ИО «Примара», привыкший к роскоши. Остановите этот ужас коррупции. ИОН «Чибан» – неудобный примар для привыкших к коррупции. Примар, который боролся бок о бок с горожанами, чтобы остановить бульдозеры и незаконные застройки. Боролся, чтобы богачи из окружения Михая Гимпу были арестованы. Остановите коррупционные сговоры и схемы в Примарии. 20 мая. Голосуйте за кандидата ИОН «Чибан». За кандидата, который защищает ваши интересы.